В течение дня памятные мероприятия прошли во всех частях города. В парке Юрьевой ночи зажгли традиционный огонь. Состоялось там и торжественное построение военнослужащих сил обороны. Обустройство мемориального парка началось в порядке частной инициативы. А теперь там проводятся не только городские, но и государственные церемонии. Молодые солдаты принимают присягу. Никого не смущает то, что парк расположен на границе города, и добираться туда далековато. К тому же рядом располагается крупнейший столичный район. Неудивительно, что и День независимости собрал значительное число горожан и гостей города. После завершения церемонии был предложен солдатский суп и горячий чай. Когда мы говорим, что наш курс направлен на перемены, мы имеем в виду прежде всего то, что далеко не у всех людей в Эстонии сложилась жизнь лучшим образом. Кто-то и бедствует, кто-то живет очень тяжело. Поэтому перемены нужны именно в этом направлении, с тем, чтобы не было такого разительного контраста между уровнем жизни самых богатых и самых бедных слоев населения. Это только часть перемен, о которых мы думаем вот в этот праздник. Столица отметила День независимости как более традиционными мероприятиями, так и находками в современной и менее формальной форме. На площади Вавадо за днем прошла многонациональная акция «Мультикультурный кайраян». Пожалуй, самый популярный и известный эстонский танец, без которого не обходится ни одни народные гуляния, исполнили представители всех национальных общин страны. И вот мы, представители разных национальностей, все вместе вышли на Площадь Свободы в День независимости Эстонской Республики, чтобы продемонстрировать свое единство, продемонстрировать, что мы являемся точно так же неотъемлемой частью как эстонского общества, так и эстонской культуры. Но при этом мы хотим сохранить свою идентичность, свой язык, свою культуру. И на самом деле это возможно. Мы все можем быть частью единого целого, при этом сохраняя свое родное. И не только сохраняя, но и развивая это. Во время исполнения кайраяна на площади Вабадуса на больших видеоэкранах можно было увидеть версии танца, предложенные исполнителями из Швеции, России, Беларуси, Бурятии, Грузии и даже Италии. В общем, этот праздник по духу весьма отличался от печально знаменитого факельного шествия с приоритетом титульной нации. Различными концертами оказались обиженными и жители частей города за пределами центра. А завершился праздник фейерверком на Штромке. Владимир Михалкович, Слав Скалецкий, Олег Беседин, Первый Балтийский канал.